Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Системник, и в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам, как создать учетную запись Microsoft, а также войти в нее на вашем устройстве и выйти из нее. Ну и давайте не будем затягивать и перейдем сразу к делу. Итак, для начала открываем меню «Пуск», здесь переходим в «Параметры» и «Учетные записи». Затем нажимаем «Войти вместо этого с учетной записью Microsoft». Немного ждем. И здесь нажимаем «Создайте ее». Здесь вы можете зарегистрироваться с помощью электронной почты или же номера телефона. Я буду показывать на примере электронной почты. Итак, вводим здесь адрес вашей электронной почты. Если же у вас ее нету, то вы можете создать электронную почту от Microsoft, перейдя по соответствующей ссылке. Я ввожу уже имеющуюся и нажимаю «Далее». Затем ввожу пароль, который мне нужен. Снова нажимаю «Далее». Теперь нужно ввести свое имя и фамилию. Если вы не хотите указывать свою фамилию, то можно просто и там вставить свое имя. Затем выбираете страну и дату своего рождения. Снова нажимаете «Далее». И теперь вам на электронную почту должен прийти код с подтверждением. Его нужно ввести сюда. Открываем почту. Как видите, код мне уже пришел. Копируем его. И вставляем сюда. Также, если хотите, то можете нажать на данную галочку, и тогда будете получать на электронную почту всю информацию об обновлениях и других новостях. Я этого делать не буду. Снова нажимаем «Далее». Вводим текущий пароль Windows. Если у вас его нету, то данное окно не вылезет. И теперь можете создать пин-код. Нажимаете «ОК». И все, учетная запись создана, и вы сразу же авторизировались на компьютере. Теперь нам нужно подтвердить учетную запись Microsoft на данном устройстве. Для этого нажимаем на соответствующую клавишу «Подтвердить». У нас открывается такое вот окно. И здесь выбираем «Отправить письмо на нашу электронную почту». Затем снова к ней возвращаемся. И, как видите, письмо уже снова пришло. Копируем опять код, он уже новый. И вставляем его сюда. После нажимаем «Подтвердить». И, как видите, наша учетная запись на данном устройстве успешно подтверждена. Также достаточно важным фактором является то, что при следующем включении вашего устройства, будь то компьютер или ноутбук, вам придется вводить пароль от вашей новой учетной записи. Для того, чтобы выйти с нее, нажимаете «Войти вместо этого с локальной учетной записью». Здесь нажимаете «Далее». Вводите пароль от данной учетной записи. Окей. И здесь вводите новый пароль. Также по желанию можете ввести подсказку для пароля. И нажимаете «Далее». Затем выйти из системы и закончить работу. После этих действий ваш компьютер перезагрузится, и вы вернетесь к вашей локальной записи, которая была изначально. Ну а на этом все. Если данный видеоролик был для вас полезен, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи! И всем пока!